Ребят, всем привет, с вами Дионисий, как всегда на связи, вы на канале «Чтобы выжить», всех рад вас приветствовать, спасибо всем за то, что вы остаетесь со мной, кто еще остается. В общем, какие сегодня новости? Прямой эфир выходить не стал, потому что я вам обещал поработать над качеством. Через 100 метров поверните направо. Извините. Запишу сначала видео, потом поставлю его на выгрузку. В общем, какие новости? Яндекс за синюю лужу вчера начислил 800 рублей. То есть итог у меня получился 200 где-то за вчерашний день. Я уже отпых от вчерашней бешеного Пони Экспресса, за который мне заплатили сущие копейки. Вот. Спасибо всем, кто меня поддержал, кто оставляет свои комментарии, что выкладываю все здесь. Я все равно буду тебя смотреть. Очень приятно, ребят, что у меня все-таки находится свой зритель, которому нравятся и мои немножко заскоки, и мои умозаключения, и, так скажем, мое видение жизни. Сейчас с утра проснулся, когда увидел, что синяя лужа дает иногда результат. Сейчас она с 8 утра, по-моему, была с 7. В 8 утра, находившись еще в своем бунгало, так не завтракал сегодня, кстати, только попил кофейку. 174-й газель продается регион. Я включился сразу на линию и лег еще подремать. То есть с 8 утра я уже 2 часа был в синей луже. А потом мне приходит заказик, 300 рублей выполнил его. Сейчас вот я загрузил баннер, документы. И улицы, я ж не все еще улицы выучил, да? Все, набираю, поехали. Мне показывает 44 километра. 44 километра, 1100 с чем-то рублей. Я девушке пишу: девушка, а это куда? В общем, в результате я еду на Меретинку. Я так понимаю, Меретинка — это где Сочи, Олимпийский парк в Сочи. 44 километра туда. Наверное, придется все-таки ехать обратно пустым. Или, возможно, там попробую заказы половить. В общем, не знаю. Хотел с вами поделиться эмоциями, что все-таки, несмотря вчера на такой день, да, когда мне заплатили за доставку 1100, пару заказов я еще успел выплатить и выполнить, и за лужу мне еще 780 рублей накинули, это очень приятно. Работал я через парк, промокода, к сожалению, кончились, самозанятыми все, кто хотел, стал, так что работал я с процентами, как и все люди нормальные, мани-блогеры. Так, ну что, я на горке стою, я ведь не на автомате, чувак. Без ручника бывает на крутой горе сложно трогаться. Так что, ребята, мчусь в Адлер. Сегодня никаких активаций смен, работаешь сколько хочешь. Но так как деньги надо зарабатывать, будем работать, насколько хватит сил, может и 12 часов. Может, синяя лужа даст результат, но, несмотря на что или вопреки всему, заказы приходят, я вроде как в норме. А что в норме? Дергаться нечего, ехать некуда, ехать не на что. Будем как-то осваиваться, как-то работать, будем жить, ребята. Жизнь идет, не забывайте, несмотря на все проблемы, просто жить. Я искренне вам этого желаю, потому что я такой человек очень переживательный. Я всю жизнь переживал, ночью переживал, днем переживал, где-то работал, где-то много работал, где-то на двух работах работал, к чему-то стремился, чего-то хотел, чего-то добивался. И неважно уже, что там, чего добился, чего не добился, но жизнь-то пролетает, ребята, жить-то не успеваешь. Я очень радуюсь за вас, что многие из вас ездят отдыхать, несмотря ни на что. Я в свое время и отдыхать-то не ездил, потому что я думаю, приедешь, а уже твое место рабочее займут. Ну, такая все было раньше неофициально. Так что, ребят, всем вам желаю всего хорошего. Надеюсь, что качеством вы будете довольны, не будет вот этих вот глюков. Сейчас поставлю на выгрузку этот ролик. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Спасибо вам всем, кто со мной. А всем, кто не со мной, желаю вам ко мне присоединиться. Я постараюсь еще много чего интересного вам показать. Пока-пока, ребята.